Здравствуйте, зрители! Это у нас совка. Совки бывают двух цветов. Коричневый и зеленый. Это у нас гусеница. Личинка совки. Вот почему у них одинаковые названия. У обычных гусениц другое название, чем ихних мам. Бабочки-совки, они бывают ночными. Гусеницы, они дневное жительство ползают. Гусеницы – это разновидность личинок, бабочек всяких, мотыльков. Они сливаются с окружающей средой. Вы это знаете, зрители? Пока, зрители, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Всего доброго, зрители!